Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мисс Кик. Меня зовут Ирина. Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. И сегодня, как вы поняли, у меня будет распаковка корейской коробочки Ильды Батэ, которые представлены были у них в сентябре месяце. Я, наверное, запрыгиваю в последний вагон поезда и хочу просто поделиться с вами своим мнением о содержании данной коробочки. Если вам интересны такого рода видео, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. Начну с того, что плюсы этой коробочки заключаются в том, что прямо на сайте Ильды Батэ вы можете, собственно говоря, посмотреть, обозреть, какой состав идет у коробочки. У меня это коробочка номер 23. И всегда она выполнена из лаконичного черного цвета, и это очень круто, девчонки. Я вот каждый раз, когда снимаю данные видео, обзоры, я всегда говорю о том, что мне нравятся коробочки красоты Ильды Батэ за их лаконичность, потому что коробочки хорошего качества, и в принципе в них даже можно что-то хранить. Ну так вот, и эта коробка была не исключением, она была такая же лаконичная, а сверху просто сделана вот такая вот... ну, я не знаю, как это назвать, оборотка, да, какая-то вот упаковочка, то, что пометка, то, что это корейская коробочка красоты. Поставлю ее вот сюда, чтобы она красовалась. И вот, собственно говоря, сама коробка. Открываем ее вместе с вами. Я ее еще не открывала, я просто знала, какие примерно составы в данных коробочках, но еще пока не открывала, их только что забирала. Так, первое, что идет, это у нас идет скидка на корейскую продукцию, и я, наверное, уже не успею себе ничего заказать, хотя, в принципе, еще у меня неделя целая есть. Это наряд продуктов компании, то, что можно будет заказать со скидкой в 30% от суммы от 500 рублей при заказе, то есть как бы очень классная скидочка. Так, следующее, что у нас идет, идет брошюрка. Сейчас посмотрим, что это такое. Так, доктор Джард Калин. Так, а это небольшие обзоры продукции. Возможно, эта продукция будет здесь. Так что вот, что представлено еще было. Вот такая вот брошюрочка. Ну что, прям трепетный момент. Давайте ее открывать. Все, порвали упаковку. Первый дубль, все. Как вот снимется, так снимется. Девчонки, смотрите, она просто полнёхонькая на самом деле. Первое, что попадается, это у нас идет. Первое, что попадается, это гель-маска от Sephora. Это у нас идет маска ультра-увлажнение. Здесь 30 мл. Очень хороший объем, и это здорово. Я ни разу косметика, еще раз говорю, то, что только именно благодаря коробочкам красоты, именно Ильды Батэ, я знакомлюсь с их продукцией. Здесь здорово то, что есть вот такая вот масочка в 30 мл, можно будет распробовать. Что она делает? Так, не написано. Что она делает, не написано, а как пользоваться, написано. Ну, так что тоже неплохо. Вот такая вот масочка мне попала. Давайте вот как-то так вот сделать надо. Так, второе, ну это бомба на самом деле, эту маску, это достаточно дорогая маска, которая представлена на сайте Ильды Батэ. Это у нас идет фирма Каолин, разогревающая маска для очищения пор, и здесь же идет оригинальная маска для сужения пор. Здесь идет вот в этой вот travel версии по 7 грамм. Давайте посмотрим, как выглядит данная упаковка. Мне потому что самой было дико интересно всегда. Вот такие вот, смотрите, вот такие упаковочки. Ну, собственно говоря, можно будет распробовать. Первый шаг и второй шаг. Хорошие такие, такой travel набор, хочу сказать, распробовать хватит времени. Первый разогреваем и сужаем пору. Хорошая штучка, надо будет попробовать. У меня это вечно, мне кажется, проблема, что там у нас с порами, их нужно вечно как-то очищать. Так, следующее, что это идет, это просто какое-то, смотрите, нереальное количество сашеток. Так, это у нас шампунь и кондиционер вот такого вот бренда. А как бренд начинается?
читается, не написано. В общем, это у нас с зеленым чаем. Так. Борется, очищает кожу головы, обеспечивает профилактику перхоти. Вот эта вот серия по 10 мл. С удовольствием попробую. Интересно узнать. Так. Решена, да, называется правильно шампунь. Шампунь и кондиционер тут тоже представлены. Так, особенно рекомендуется для нормальной, сухой, чувствительной кожи головы. Интересно. Так, тоже фирма Решена. Это у нас ухаживает за сухой, нормальной кожей головы. Тоже здорово, по 10 мл. И от этой же марки, Йон-Ю. Это у нас получается останавливает выпадение, стимулирует рост волос. Ну, это вообще здорово. Интересно будет посмотреть. Хорошая, кстати, получается у нас. Раз, два, три, четыре. Хороший набор пробников, я хочу сказать. Так, следующая попадается нам рекламная акция какая-то от Herborian. Такая вот сашеточка, сюда ее положим. Дальше что у нас идет? Глоу-крем. На самом деле, мне было любопытно попробовать, что это такое, что это за глоу-крем. Здесь у нас 5 мл. Сейчас мы с вами попробуем, что это такое. Ну, опа. Девочки, а он дает прям легкое, деликатное такое свечение. Прям легкое. Но, наверное, его можно наносить как базу под макияж. Да, наверное, да. Достает просто вот глоу-крем как база под макияж, которая делает эффект свечения, чтобы ваша кожа казалась более отдохнувшая, что ли. Но я много слышала разных отзывов хороших на фирму Herborian, также не очень хороших. Теперь у меня будет уникальная возможность попробовать данную штучку и попробовать научиться 6 месяцев с момента вскрытия упаковки. Прикольная штучка, приятная текстура. И кожа сейчас после нанесения, она такая какая-то матовая, заполненная, такая, знаете, шелковистая какая-то, как будто бы присутствуют какие-то силиконы. Так, следующие какие-то две сашетки у меня идут. Так, это уход за кожей вокруг глаз, женьшень восстанавливающий. Девочки, кто пробовал, пишите по 1,5 мл. Сроки годности у нас тут. Так, по сроке годности написано. Ну, я посмотрю. Вроде бы в ЛДБТ не было проблем со сроками годности. Обязательно попробую. Тут две сашетки и 3 мл. Думаю, достойно будет испробовать данные средства. Дальше, что у меня идет? Микромейкап. Ремувер. Это у нас средство для снятия макияжа глаз и губ. Классная вещь походная. Доктор Джарт плюс я ни разу не пробовала. Вообще ни разу не пробовала эту марку. А тут такие две, получается, сашетки. Тоже с удовольствием попробую. Интересно будет узнать. Так, а срок годности у нас? Так, 16.04.17. Как читать надо? Как нужно читать? Дата изготовления смотрите на упаковке. Годен до 19-го года, девчонки. Ну, у меня будет время попробовать. И дальше это, мне кажется, просто самые сливки. Это то, что я вообще ни разу ничем не пробовала. Все уже, мне кажется, попробовали. Я это даже вообще не знаю, как этим пользоваться. Еще даже ни разу не пробовала. Если вы на меня подписаны, вы знаете, то что... Я вообще скептически отношусь к тканевым маскам, и сейчас я вот именно в процессе того, что я знакомлюсь со всеми тканевыми масками, как они работают и стоит их покупать или нет. Ну так вот, а вот эта корейская коробочка красоты, она была заявлена как огромным количеством разных масок для лица. Первое, что попалось мне из таких тканевых масок, это получается Tony Moly MRL. Это у нас, как я понимаю, маска с вином. Она у нас что делает? Она у нас трехслойная тканевая маска, сужает расширенные поры, обновляет, выравнивает тон лица. Ну, круто заявлено, обязательно попробую. И это у нас корейская масочка. Интересно, девочки, попробовать, конечно. Это тоже, кстати, ни разу не пробовала эту марку, Стем Бланк. И это у нас маска с розой. Содержит розовую воду, и которая успокаивает раздраженную кожу естественным способом. Тоже здорово попробовать будет. Достаточно хорошее заявление до 2020 года. У меня будет время испробовать данные маски. А эта маска до какого срока?
Так, 24 месяца со дня изготовления. А у нас тут что написано? Что у нас тут? А тут не понять, что написано. Ну ладно, будем надеяться, что все хорошо. А вот эта девчонка вообще просто. Я столько разных отзывов на нее читала, что прям сумасшедшая какая-то вещь. I'm sorry for my skin. Это маска для лица, сужающая поры с черной глиной. Девчонки, это я не знаю. Я это вот, я прям отдельно, наверное, буду делать сторисы у себя в Инстаграме. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить такие моменты. Я буду просто при вас, наверное, их наносить и снимать. И будем как-то с вами думать, стоит ли такие продукты покупать или нет. Потому что вот эта вот маска, я знаю, что она очень дорого стоит. Вот эта вот масочка тоже дорого стоит. Это как бы не, ну, тоже как бы сами по себе тканевые маски. Мне кажется, это одноразовая акция. И они очень дорого стоят. Я как бы из тех людей, которые лучше купят чуть-чуть даже дороже, чем тканевая маска. Но чтобы там была туба, чтобы я могла попользоваться и понять. А тут, представляете, 400 рублей, к примеру, даже больше за одноразовую маску для лица. Поэтому отдельно буду снимать обзоры, чтобы можно было решить и как-то высказать вам свое мнение, стоит ли тратить вообще деньги на них. Тканевая маска с черной глиной for my skin. Кто пользовался, конечно, вы тоже пишите свое мнение, мне тоже будет интересно узнать, что вы скажете о данной марке, как работает данная маска. Так. И что тут у нас еще? Давай, 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 давай. Еще одна маска, девочки, никак не могут достать. Ну, давай, вылазь. Это вот такая вот маска, тоже доктор Джард. Это у нас идет масочка. Капсулу красоты, увлажняющая с гиалуроновой кислотой. Ну, это прям, да, гиалуроновая кислота, увлажнение, оно нужно всегда. Поэтому здорово попробовать, здорово попробовать. Я ни разу такие масочки не пробовала. Кто пробовал, пишите в комментариях. Еще раз говорю, будем с вами делиться мнениями о ней. Так, а где у нас тут срок годности на нее? Срок годности, смотрите, на упаковке. А на какой упаковке? А где это тут? Так. Девочки, не видно. Вот тут где-то срок годности. Может быть, вы заметите, напишите мне, что тут. Что тут нам? Когда его можно использовать? Что, девчонки, просто сумасшедший классный набор. Могу сказать, я вот сейчас просто сижу и думаю, с какой маски мне начать пользоваться, серьезно. Классная коробочка, я вообще люблю коробочки от Иль де Ботте, мне кажется, они мега классные, и составы, и сашетки, даже вот эти все очень здорово, можно попробовать и посмотреть, как она будет работать, данные вещи, а вот эти вот вообще, знаете... Кто заказывал, кто пользовался какой-то продукцией из этой коробочки, пишите свое мнение. У меня там старая резинка торчит, простите, это просто пережитки того, что у нас съемная квартира. А, ну так вот, кто пользовался какими-то продуктами с этой коробочки, пишите свои комментарии, я буду пользоваться, рассказывать вам. Конечно же, буду снимать, еще раз говорю, сторисы, либо просто обзоры буду делать небольшие у себя в Инстаграме. Подписывайтесь на мой канал, если вам было интересно, полезно. Конечно же, ставьте пальчик, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Я вас всех люблю, целую, а мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. И да, я вам желаю, если вы заказываете коробочки красоты, чтобы все составы, которые там присутствуют, которые вы заказываете, чтобы они приносили вам, конечно же, радость. Всех люблю, целую, увидимся в скором будущем новом видео. С вами была ваша Ирина, и всем пока-пока.